говорят «до свидания», завтра скажут «прощай навсегда». Залит сердечная рана, завтра кто-то, вернувшись домой, застанет в руинах свои города. С вами компания «Крупмонтаж», я Мороз Алексей, рад приветствовать вас. В этом видео я вас познакомлю с нашим новым объектом, который находится в деревне Абабурово Московской области. Сняли мы старый профнастил, никакой пароизоляции. Вот это все называется утеплитель, утеплитель мансардного этажа. И не мудрено, клиент говорит, что очень замерзает здесь на втором этаже зимой. И счета платит за газ колоссальный. Эх! Говорят, что птичье гнездо – это к счастью. Но я вам скажу, что они перекрывают вентиляционный продых вашей мансардной кровли. Это точно. А осиные гнезда – это совсем неприятно. Все это старье, конечно, мы снесем, демонтируем. Здесь, на этом месте, мы построим новый каркасный второй этаж. И сделаем мансардную крышу. Веранда, вот здесь находится веранда, мы тоже ее разрушим. Каркасный второй этаж будет воздвигаться. Полноценный двухэтажный дом с мансардной крышей. Клиент забудет о своих проблемах. Приступим к демонтажу. Жарко тебе это, родной, жарко. Соседская крыша, которая не требует ремонта. Не буду трогать, а то еще придется новую строить. Пиломатериал мы используем первого сорта, естественной просушки. Весь пиломатериал, который мы завезли, будет подвергнут антисептированию. Вы, наверное, видели в наших видео, как мы антисептируем. Самое лучшее антисептирование – это в ванне. Тогда древесина получает антисептик обильно со всех сторон. Строится такая ванночка, таким образом обволакивается полиэтиленом жестким и заполняется сенежем. С перекладкой брусками отправляется древесина на естественную сушку. Обязательно нужно работать в перчатках, не забывайте. У нас уже древесина стоит антисептированная и ждет своего часа. Фанеру Кроноспан 3-й категории USB мы будем использовать на стены нашего каркаса, на наружные стены и на фронтоны. На объект уже завезен необходимый утеплитель, складирован. Это мы тоже будем использовать на нашем объекте. Мы ставим второй этаж каркасный, но нам надо разобрать веранду, которая находится на первом этаже, обследовать ее фундамент, захватить немножко первый этаж, тоже сделать каркасного типа. Как видите, в этом месте была пристройка, веранда. Мы ее снесли до основания. Заново будем ложить обвязочный брус, который уже подгнил. Наш клиент жаловался, что зимой в этом помещении, в нем холодно. От этого уровня сделаем новый пол. И пол этот будет на этом уровне. Новые лаги половые.
утеплим это хорошо, чтобы клиент чувствовал себя тепло и комфортно в этом помещении. Это помещение еще будет держать на себе второй этаж каркасный. Верхние стойки будут подпирать каркас второго этажа. В своей основе здесь старый деревянный сруб. Состояние его, в принципе, еще довольно-таки живое. И на него мы ставим второй этаж. Все отдыхают, все на море, а Кровмонтаж работает. Ров, ну что, рассказывайте, что у вас тут? Вот у нас отопительная система. В этом доме живут еще жильцы, наши уважаемые клиенты. Дом наполовину разрушен, нужно производить работы. Видите, как мы временно защищаем дом от протечек. Делается такая конструкция небольшая с уклоном и полиэтиленовой технической пленкой. Мы накрываем, дабы не замочить наших клиентов. Иначе никак, дом не построишь сверху. Наш каркасный второй этаж состоит из несущих конструкций стоек с сечением 50 на 200 мм. Междурядье 58 сантиметров, чтобы утеплитель шириной 60 с натягом входил в это пространство. Здесь мы будем добавлять обрешетку, пароизоляцию и гидроизоляционную мембрану, обрешетку и на нее крепить фанеру. Вот такой будет пирог. Это все мы покажем в следующих сериях. Следите за нашими выпусками. В перекрытии мы будем использовать утеплитель Rockwell LiveBuds Acoustic, чтобы повысить шумоизоляцию. И на наружной стене дома, где улица, да, проезжают машины, мы тоже эту стену сделаем из утеплителя Rockwell LiveBuds Acoustic. Каждую стойку мы крепим на усиленный уголок 100 на 100 и анодированными саморезами, не черными, заметьте. Черные саморезы по дереву при повышенной нагрузке отлетают шляпки одним моментом. Для этих вещей нужно использовать анодированные. Это перекрытие уже получается третьего этажа и запиливается в этом месте. Договоренность с нашим клиентом входило еще увеличить стойки каркаса на 60 сантиметров, на которые уже будет ложиться балки стропильной системы. Обвязочная доска у нас будет поверху идти. Вот так будет стропильная доска крепиться на уголках. Вот так выглядит собранный каркас на фронтон. Просто его осталось поднять и выставить. Мы нашу серию заканчиваем. Ждите продолжения нашей стройки. Обещаю, будет интересно. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока.